Сегодня я хочу вспомнить о ярких людях, живших и которых не стало с нами в этот день. Начнем мы с Михаила Жарова, великого актера, русского красивого актера, элегантного, обаятельного, душевного, звезды 30-х, 70-х годов. Его творчество было очень долгим, он прожил долгую жизнь. На 82-м году жизни скончался он 15 декабря в Москве, в больнице от тяжелой болезни. Народный артист СССР. Сталин ему это звание дал еще в 1949 году. Михаил Жаров, светлая ему память. В этот же день, 15 декабря 2008 года, скончался забытый почти всеми Виталий Ильин. Это актер. Он много и долго жил в Петербурге, потом в Москве. Звезда фильма «Приключения принца Флоризеля». Помните, несколько серий было. И он играл там главного красивого, обаятельного охранника принца Флоризеля. Фотографию я в Инстаграм выложил. Посмотрите и узнаете.